Чего-чего? Леха, хардплей. Да, сегодня смотрим, разъяснил Росгвардии по закону, быдло кидается на покупателя, сдержи. Все как всегда, короче. Все как мы любим, Артем Вульф. Это значит то, что все будет хорошо. Лайк поставил, все прожал. Выпуск этот без меня, насколько мне сказали. Негоже, негоже, да, Артем вот это вот по своим дубаям там летает, да, по Европам. На самом деле, кстати, я смотрел. Украшают съедобным 23-каратным золотом. И все это подают в пиале и с ложечкой Версачи. Мне очень интересно было его отзыв, и потому что сам мало где, очень мало где был. Вот, очень было интересно посмотреть, послушать. Так что подписывайтесь на мой телеграм, на его телеграм. Все залетайте, все заходите. Ссылочку на оригинал ролика оставил внизу в описании. Обязательно надо зайти и сказать «Артём!» Он раз промолчит, ты опять «Артём!» Он скажет «Что?» «Когда с Лёхой рейд?» Да, так и скажите. Да, он меня позовет. Да, и мы вместе пойдем. Да, и в телегу все выложу, да. А еще 31 числа я просто пользуюсь случаем, скажу то, что старт рубрики «Стейлон» начинается второго сезона. «Стейлон», да, заброшечки начинаются. Короче, кто не знает, кто не в теме. 31 октября в 21.00. Вот здесь вот будет вся информация. Вся информация, вся здесь, да. Никита, Стас, Герман, Турбо и Дюша Метелкин. Я могу сейчас вот сюда зайти, там, где дается бесплатный фрибет. Для старых, для новых. Совершенно случайно эта кофта нам не оказалась с кепкой. Да, на ВК, кстати, ВК Play Life. Ссылочка есть в описании, там можете все найти, все баннеры, все ссылки. Все, поехали. Я попробую? Не пропусти. Не, пахнет неприятно. Я попробую. А пингви вкусный, киндер? Киндер-пингви я люблю. Киндер-пингви я люблю. Киндер-пингви, киндер-пингви, киндер-пингви я люблю. А-а-а! Сейчас я все понюхаю, хорошо. Ну, киндер хоть хороший, игрушка там хорошая. Я сейчас могу занюхнуть. Ша. Можно? Спасибо, что разрешаете. Они взяли просто срок годности на киндере и перекрыли скидкой. То есть мы отрываем скидку. Падлы. А киндер, по-моему, для детей идет, да? До 05.23. Не, мне такая игрушка не подходит. По-моему, для детей он идет. Не, за такой товар, конечно, нет желания платить. Что за такой товар, конечно, нет желания платить. Чего я не понял? Нет, хочу открывать. Так я же не знаю, понравится он или нет, пока не попробую его, не понюхаю. Опять молочка, опять творожок, опять пиццы эти ссаные, от которыми все травятся. А зачем же я невкусный товар буду покупать-то? Который плохо. А, можно идти, оставить товар и идти? Нет, зачем вот так открывать? Подойди, пожалуйста. А есть какой-нибудь Абу-бандит в этом ролике? Если Абу-бандита нет, я смотреть не буду, тогда будет скучно. Посмотри, сейчас администратор придет. Потом понюхает и весь зал. А весь зал можно? Под пивас видел, прошел? Можно? Ну ладно, спасибо. Кушать. Можно кушать товар в зале. Можно хоть все сожрать и просто на кассе оплатить. В зале? А я не собираюсь кушать. Не знаю, я часто так делаю. В какой-нибудь гипермаркет захожу или вообще в любой магаз. Захотел попить, взял, открыл, попил. Просто положил в этот, как он называется, в корзинку на выходе просто. Ну, я ни разу, мне никто ничего не говорил, типа, почему вы попили или почему вы поели. Захотел, я поел и попил. Все, взял, принес эту бумажку или там бутылку пустую. Все, оплатил, все. Кушать в зале. Я похожу пока с ним. В Ашане сам Бог велел так пожрать. Нет, сначала понюхаю. Ау. Кто там? Откуда звук? Ну пусть подходит. Вот он! Вот он! Абу-бандит. На каком основании? В смысле, игрушку посмотрел. Какое основание? Основание есть у вас? Вы испортили товар, вы должны оплатить его. Такого желания не имеется. Ну. Не имеется, он правильно говорит. Значит, вызови полицию, наверное, говорит. Как хотите, я пока понюхаю товар. Ради бога, только вы за можно? Это оплатите. Не, ну открывай, открывай, нельзя, она испортится. Да, пусть оплачивает. Ну, в смысле, я у кассира спросил, можно открыть, она сказала, можно. Нельзя. Нет, нельзя, я попробую. Кто эти люди? Откройте, посмотрите. Можно? Тут игрушка плохая. Мне без разницы, плохая она, не плохая. Мороженая масса, вафли, колбаски, пицца, полный набор. Давай. Я понял. Вызывай. Все, как мы любим. Вызывай, вызывай. Полиции. Давай, давай. Значит, хотите оплачивать, при мне пойдем. А если платить не хочу? При мне оплати, извинись. Мне без разницы. То есть вариантов нет больше? Других вариантов нет. Буду я больше слушать. Пончики аппетита. О, пончики. Муха пролетела. И при условиях хранения плюс 2, плюс 6. Лежат плюс 2, плюс 6. На полке 100%, а плюс 2, плюс 6. Сами же. А потом все травятся. Потом травятся. Недавно опять была новость, опять траванулись. Опять траванулись какими-то то ли эклерами, то ли еще кем-то. Два ребенка еле откачали. Это просто вам к слову о том, что кто и что делает. Также были куплены. Также лежали на витрине, все в упаковочке, все красиво. Сожрали, еле-еле-еле в реанимации их назад к жизни вернули. Просто тема для размышления. Ребят, самое главное, всегда проверяйте скоропорт. Еще раз вам говорю, молочка, раз. Всякие хлебные, булочные, все это насрать, в принципе, ничего с вами особо не будет. Максимум просретесь как следует.
молочка раз. Что там еще? Всякие крема, всякие вот эти вот всякие сосиски, сардельки. Очень много плесни в них всегда. Так что тоже имейте в виду. Да, так что как-то так. Все. Короче, разберетесь. Ты у меня умный. Клеит маркировку. Рыба-мясо, ну, такое. Но молочка, это все, вот все, что скоропортящееся, там, то, что мало хранится, все, это всегда с косяком, всегда. Вообще вот, все. О, Надежда. Кстати, морепродуктами можно, да, тоже рвануть уже. Камеру уберите. Какую камеру? Снимай. Ручками трогать не надо. Руками полезла. Не-не, боже упаси, я никого не трогаю. Зачем? Руками прилипла, смотрите, от вас. Это вы ко мне прилипли, не я к вам. Нет, это вы ко мне. Давайте, пожалуйста. Нет. Камеру уберите. Вот, вы свою камеру уберите. О, клоунада пошла. Я просто за вами стою. Давайте. Я просто за вами стою, да. Мы свою уберем. Это наша камера. А это моя камера. Пусть. Вот, снимите на улицу свою камеру. А это рабочая камера. Это телефон. Да. Ты вызвал полицию? Вызывай сейчас камеру. Это у вас рабочая, это у меня рабочая. Давайте. Все, что давайте? Будем решать. Ну, я стою в очереди, тоже жду вас. А, стоите? Ну, сейчас я попробую, хорошо еще, можно? Чисто на клоунчик, да-да-да. Тихо. Я не разрешаю вам пробовать, это ваши проблемы. А кассир уже разрешал до этого, сказал, можно. Вы не оплатили, когда оплатите, это будет... Никого не надо ничего спрашивать, просто стоите и ешьте. Вот пока вы до кассы дошли, просто хотите есть, ешьте. Просто оплатите на кассе, все. Конец. Не надо ни у кого ничего спрашивать. Ваш товар. Это закон. До оплаты это наш товар. Вы сейчас его портите. Девушка? Без айфона сейчас остаёт. Без айфона сейчас остаёт. Я говорю, убери свой... Чего? Чего она там пукнула? Девушка? Без айфона сейчас остаёт. Без айфона сейчас остаётесь? Сейчас... Да. Можно получить сектор приз на барабане в виде депорта. За такие эти. Я говорю, убери свои камеры, мы уберем свою. А это у меня тоже рабочая. Рабочая камера, да. Рабочая сторона, рабочая камера, и без айфона сейчас останешься. Сейчас ты останешься. Прекрати. Ты что там? Есть аргументы? Нормально. Идемте со мной. Да, и тебя вылечат, и меня вылечат. Да, ну все как мы любим, я говорю. Не переживайте, я вас не стукну. Идемте. Я вас не стукну. Так что можно меня пробовать? Нет. Нет? Нет. Нельзя женщина пробовать? Есть под Оренбургом фонтанчик. А вы что, для этого можно вот это попробовать? Я попробую. Сейчас я все понюхаю, хорошо. Как бы это смешно ни звучало, все смеются, все улыбаются, все как обычно весело, но сути это не меняет. Опять товары молочные, опять булки, опять пироги, опять все остальное. То, чем реально можно встрять. Кстати... Сосиски всякие вот эти вот в тесте тоже проверяйте. Очень часто находили, внутри их раскрываешь, внутри плесни. Можете скушать, даже не почувствовать. Будет чуть-чуть кисловато, не почувствуете. Плесни сколько раз, вот сколько раз. Я прям сразу сосиску вот так вот беру, вскрываю. Если все нормально, оплачиваю. Если нет, то там все сразу понятно, там вся партия залетная. Очень будьте аккуратны с этим. Хорошо. Очень аккуратно. Сосиски вот особенно. Ну, это вам послышалось. Попробуй. Пирожки плюс-минус, а вот сосиски... Послышалось. Скорее всего. Я потом, может, оплачу. Без разницы. А можно вообще попробовать потом оплатить товар? Нет. У меня... Kinder Pingui, кстати, для детей уже идет товар. Это уже залет. Да и у судей другое мнение на этот счет. Решение суда по аналогичному делу, когда я сначала попробовал товар, а потом предложил его оплатить, и судья сказал, что в моих действиях в данном случае нет состава административного правонарушения, уже опубликовано в телеграм-канале, который доступен по ссылке в описании, а также по QR-коду на ваших экранах. Просто хамите. Как я хамлю? Хамит. Вы своим заведением себя так ведете. Я просто выбираю себе товар. Выбирайте. Вот выбираю. Там камеру повернись, я вот так понимаю. Да зачем же? Я разберусь, как мне делать. Зачем она трогает кого-то? И у нее мужика нет или что с ней не так? Она бы лучше по полочкам прошлась и посмотрела, как должно быть все лежать и промаркировано. Как должно быть, нет? Не дай мне руками трогать. Повернитесь на камеру. Девушка, ну что вы так? Не-не-не, я прячусь. Я вот единичная. Что с ней не так? У нее над башкой висит камера магазина. Что она все кидается? Что ее смущает? Телефоны? Что за бред? Весь магазин, любой вообще абсолютно супермаркет, весь в камерах. В чем проблема? Да, вам нравится это? Да, делать нечего, занимаемся вот этим. Деньги так зарабатывать, да? Я могу позировать. Позируйте. Давайте, одна поза бесплатно, дальше 500 рублей поза. Я вас не снимаю, я снимаю свой программ. Не, снимать мне не надо. Фиксируйте на видео, я разрешаю. Хочется открывать уже, да? На камеру никак нельзя открывать? Под камеру не, боюсь. Под камеру страшно. Началась провокация. На камеру что, страшно открыть? На камеру открывай, давай.
Не знаю, что у них в головах, с учетом, что у них весь магазин увешан камерами, а они пытаются спровоцировать... Но это очень странно, это пипец как глупо, если это директор магазина, ну это вообще забейте. Ну это просто, это IQ 0. У нее над головой ровно камера висит. Спровоцировать, нарушить целостность упаковки товара под запись на телефон. Думаю, что телефона тут вот точно все испугаются. Давай, давай. Я вот отвернусь. И попробуй. Чего? Могу я свою еще. Зачем ты себя так называешь? Я не понял, это Абу-бандит пукнул там что-то? Или что? Не, я просто думал нормальный тип, а что-то по ходу дела он это. Причем его никто не оскорблял, если что. Нет? Понял. Обратите внимание, этот уже с палкой металлической. Он как этот, помнишь? Как его, который этот палку-то крутил, пацан. Есть. Леха вставит в монтаже, да. Уже ходит с железной трубой в руках. Чисто Джеки Чан. Бездельники. Я эту фразу слышу, вот это, точнее, слово бездельники, я его слышу. Ну, не на каждом рейде, но процентов 70. Вы бездельники, вы пользы не приносите. Все, вы все бездельники. Я говорю, а вот здесь вот прострочки, три тележки. Ну, чтоб люди не травились, они. Нет. Это другое, вы бездельники. Вот они снимают. Все, бездельники, согласен. Вы тоже тут ничего не делаете. А нас бездельниками называете. Конечно. Меня преследуют. Все, как я люблю. Молодец, спасибо. О! Найс. Уважаемо! Артем, не буду тебя палить. Молодец, давно ждал. Вот они наши. Уважение. Рядом с молочком стоит. Спасибо. Реп. Красавчики, кто не палит на рейдах. Купат-то у вас хороший хотя бы? Так вам кто интереснее, я или девушка? Рекомендую вам повернуть... Ее не смущает вот здесь вот то, что 0-0-0-0-0-0-0. Ну, то есть, запись как бы, ну, она не идет. Нет, я сразу эту кнопку заметил. Что это? Я снимаю она! Я ее с собой не возьму никуда на съемке, она все запорит. Горизонтально, так будет больше видно. Не надо. В кадр больше попадет. Кого, на привидение еще? Потом будет удобно на телевизоре просматривать. О, докрутился. Дурак. Ну что, приедет кто-то или нет? Или пора бежать? Бежать хотите? Можно? Сняла. А? Можно, разрешаете? Не разрешаю, я никому ничего не разрешаю. У вас есть свое мнение, у меня есть свое мнение. Да, не связывайся. Ну что, не связывайся. Я же не... А кто вот этот человек вообще? В принципе, кто вот этот суетолог? Это вообще кто? Вот это кто? Ну это явно не охрана, это явно не... Ну это просто какие-то рандомные типы с какими-то палками. Что происходит? Кусаюсь. Перекрестный огонь в три камеры. Хотите, я вас угощу? Может, вы такие злые, потому что вас никто не угощал? Давайте я вас угощу. Нет? О! 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 Данкин, у нас в чате, кто не знает, на Ютубе у нас есть эксперт по залетам. Как сказать, сотрудник. Ну, конечно, ну, человек такой. Он любит влезать везде в маргарин, да, тоже. Зеленоградская коррупционная составляющая. Данкин, прокомментируйте, пожалуйста, что будет, когда вот это вот видео, вот с таким вот расположением и вот с такой вот рукой попадет туда, ну, на стол к этому, к великому, вот с такими звездами. Даже с двумя маленькими, там, с тремя, ну, побольше. Как вы считаете, что будет? Данкин, пожалуйста, оставьте комментарий, буду очень ждать. Здравствуйте. Там вот такими красными буквами, знаешь, что написано? То, что он всегда должен смотреть, знаешь, куда? Не вверх, не в лоб своему соседу, не вот так. Он должен смотреть строго вот так. Там вот такой вот красный текст. Вот такой. По крайней мере, вот я насколько помню. Вот такие буквы написаны. Для идиотов. Но, видать, может быть, что-то поменялось. Если что, извините, я не знаю. Да.
Будет минус премия, как минимум. Да. Старший сержант полиции Росгвардии. Верю, вижу. Представляется. Расскажите свою ситуацию, что случилось. Выбираю товар, хожу. Пробуйте же, открываете. Нюхаю. Нюхайте, для чего вы испортили это? Хочется понюхать перед выбором. Совершенно спокойный, совершенно адекватный полицейский. Открыть только после того, когда платить. Плюс треп. Видите, я считаю иначе. Пока что. И вы это не считаете, это по закону. Видите, вы лучше меня закон знаете, видимо. Пока что. Будем разбираться. Я так понимаю, что вы пробовали товар, да? Не пробовал. Нюхал. Нюхал, да. Чисто. Они взяли и просто срок годности на киндере перекрыли скидкой. То есть, если мы отрываем скидку, то мы видим, что он до 05.23. 05.23. 05. Мать его, 23. Сейчас 23. 10. 24. Росгвардия, я тоже не понял, зачем приехал. Ну типа, при чем здесь там Росгвардия? Или типа, может, кто первый приехал? Я студента сейчас сюда приеду, чутко позамочу. А тут нет никого? Правопорядок вы не нарушаете, а здесь уже более детальный разбор. Разбираться. Полностью с вами согласен, спасибо. Все, мы ждем участкового тогда. Нет. Лучик солнца, что ли, не пойму. В смысле, мы ждем участкового теперь. Надо будет у Артема спросить, это где этот рейд был. Молодцы. Пока выбираем дальше товар. Выбирайте, только никуда не проходите. Да мы не... Ой, ай, ай, сейчас дурно станет. А, ай, колет, колет, сука. А, прорывается. Вылезает из вот этой нормальной цельнометаллической оболочки. Вот вылезает вот этот вот. Лезет он. Не уходите из магазина. Зачем? Зачем ты это сказал? Господи, зачем? Каким хером? Тебе сейчас последует вопрос, почему? Вот я, не смотря видео, могу сказать, почему нельзя уходить? Знаешь, какой второй вопрос будет? А я задержан? И когда ты скажешь... Все! Все, конец, все, дальше кукан. Собирались. А что, я сейчас задержан? Я просто Артема очень хорошо знаю. Там стабильные вопросы, там как, понимаешь, как по листу бумаги всегда. Я с ним сколько уже рейдов провел, да. Там стабильно. Задержан сейчас. До выяснений. До обстоятельств. Ох, это худшее, что он мог сказать. До каких обстоятельств? Каких выяснений? Сумасшедшие. Вы что опять... Ой, боже. Насколько я знаю, в законе о войсках Национальной гвардии нет такого. Все, пошли говяжьи глаза. Все, этот понимает, что что-то здесь попахивает залетом. Все. Понятие до выяснения обстоятельств. Ну, Это вот я вам говорю, это миллион уже этих, вот видел, вот кто начинает вот за здравие, заканчивает все, это в один конец дорога. Все, пошли глаза, пелена пошла. А начиналось так красиво. Понимаете? Это вечер, ночь и под вечер. Может быть, я сварил. Комочка, соседка, дочка, вечер. Не совсем это холодильник, ой! Матери, дочки, дочки, верности, да дочки, синички, да, когда рапорт будем писать, тогда будем все это рассказывать, что там произошло. Организация магазина нажала КТС. Так. Мы должны разобраться в данной ситуации. Вы в каких случаях можете задерживать это? Вы знаете. Все. Все, на этом моменте это джекпот. 3 семерки.
На переаттестацию нахер. Ну, самые элементарные статьи. Опять начинается, сука, пена. Самые простейшие статьи никто не знает. Там всего три причины, почему можно задержать. Совершение преступления. Нет. Семь. Ладно, причин, ладно, сложнее. Базары надо. Страны администрации. Ну, такого нет основания. Вы понимаете, как бы скрывать в товар... В Росгвардии 7, ладно. Я просто подробности не знаю, но так. Скрывать товар в магазине, и потом меня просят. Видел? Стоит, смотри. Теребонит. Смотри. Ну, такого нет основания. Понимаете, как бы скрывать товар, я просто подробности... Покой не дает. Не знаю, ну, скрывать товар... А потом, знаешь, что такое? Бам! У всех. Все, и поехали. А потом... Да. В магазине... Когда звонки оплачу, начинают в отдел поступать один за другим. А кто сказал, что не оплачивать его буду? А вот это я не знаю. Я покинул территорию магазина, я сбежал с этим товаром, пытался сбежать. Я для этого и хочу все урегулировать. Но я сейчас задержан или нет на данный момент? На данный момент не задержан, нет. То есть я могу идти в теории? Из магазина? Да. Нет. Ты получаешь... Еще раз, подождите, тут все сложно. Подожди, еще раз, подожди. Для этого и хочу все урегулировать. Но я сейчас задержан или нет на данный момент? Я сейчас задержан? На данный момент не задержан, нет. То... Поняли, не задержан. Так. То есть я могу идти в теории? Из магазина? Да. Нет. Ты получаешь... Ну то есть как бы задержан, но не задержан. Ну то есть как бы два в одном. Такой, знаешь, пограничное состояние. Сейчас я задержан. Нет. Ну а как тогда? Какой у меня сейчас статус? Ждем сейчас участкового. Ну вы же понимаете, что такого нет в законе Национальной гвардии. Ждем участкового. Либо я сейчас задержан, либо я сейчас могу идти. Мы сейчас ждем участкового. Ну. Так задержан или нет? Это вы ждете участкового. Да. Я-то не обязан. Его ждать. Поэтому я и спрашиваю, если я сейчас задержан. Вы сейчас хотите выйти из магазина? Я спрашиваю, могу ли... Он просто спросил, он задержан или не задержан. Он не спрашивал, хочет он выйти или нет. Он просто задал вопрос. Вы же не оплатили товар. Я не с товаром. То есть вы... Просто букву. Просто А, Б, В, Г. Просто букву назовите. Леонид Аккордеонович. Бурка! Не хотите выходить, правильно? То есть вы не можете выйти. У меня логическая эта смысловая вот эта цепочка, она зашла в тупик. Все. У меня все это... Все, Ю, неправильно. Так я не с товаром выйти. Товар испортили уже, да? Ну смотрите, это разное. Если я с товаром вышел бы, это было бы, я думаю, сами знаете, 7.27, по-моему. Да. Мелкое ощущение. Да, еще бы знать, что это. Если я с товаром не выйду, а оставлю товар здесь, это уже будет 7.17, порча имущества. Совершенно разные статьи. Данкин, знаешь, что самое смешное? Что все сейчас сотрудники или имевшие отношение к правоохранительным органам, к вооруженным силам, меня поймут. То, что гражданские вообще не поймут. Они просто не знают, что потом происходит в отделе. Когда начинается разбор полетов, когда начальник, замначальника отдела там, в воспитательной работе, там, все остальные, то есть они, вот этот весь второй этаж, он спускается вниз, в ленкомнату, собираются все сотрудники, и начинается полный разбор видеоролика. Посвященный, да, у нас вот этому прекрасному мероприятию. Я не знаю, есть ли такое в полиции, но вы понимаете, там можно пройти все круги ада, да, потом. Вот просто вот наговорив вот такой вот дичи. Да, потом там служебные проверки начинаются вообще. А как сотрудник подготовлен, а знает ли он законы? И там поехали просто по полной программе. Это все мимоходом не проходит, вот это все. И сразу если все думают, что это просто по головке погладили, не вы зря так думаете. Указанием. Вот, поэтому я и спрашиваю, могу ли я сейчас оставить товар и выйти на улицу, или вы меня задерживаете и запрещаете мне это сделать? Тут вопрос простой, на самом деле. Две шкатулки в студию! Ждем участкового. Ой, она... Нет, это я понял уже, что мы ждем участкового. Я смотрел, ОСБшники так же обычно смеются, когда приходят в отдел. Говорит, позови вот этого.
смешного и напарника его, который этот теребит. Да. Идите сюда, мой сладкий сахар. Я сейчас могу я вот идти? Вот я сейчас захочу выйти из магазина, оставить товар и уйти. Просто можно выйти или нет? Просто все-таки задержан или не задержан? Тут два варианта. Да, нет, да, нет. Могу я это сейчас сделать или вы меня будете задерживать? Применять физическую силу, например. Где? В генетическом коде. Ну вот здесь. Нет, какой магазин? А если хочу выйти на улицу? Выбирайте товар, выбирайте. Мне просто хочется понять, задержится. Я ничего не понимаю. Да, мне хочется понять, задержится сейчас или нет. Сейчас, может, на данный момент нет. Нет, то есть я могу идти. Надо обязательно поставить, где он смеется. Обязательно поставить надо на превью. Обязательно. Вот где он веселый. Да, передайте Русмиду сюда. Очень мне понравилось, где он веселится. Да. Все. Если вы разрешаете. Нет, я не разрешал. Нет, то есть я могу идти. Что за биполярка? Чё? А, нельзя идти. Я не говорю вам ничего. Я вам сказал, что мы ждем еще. Чё? Ничего не понятно. Я сейчас задержан или нет? На территории магазина нет. Как можно быть не задержанным на территории только магазина? Как? То есть он как бы ограничивает передвижение... Чего? Как таракану, что ли, в коробке? Если я попытаюсь выйти. Я как на стрим на один зашел, да. Одноименный. Я все сказал. Я все сказал. Ты берешь или нет? Да нет. Нет? Нет. Вот он мой хороший! Вот она! Вот она моя хорошая! Ну давай, отец, не подведи. Давай, мой дорогой, давай. Ну, я прям уже почувствовал. Давай. Чудовище. О, чудовище. Зачем себя так называешь? Да, себя называю. Да. Нет, ты. Нет, ты себя так. Ведешь себя как... Как кто? Как... Чёрт пойми что. Не снимай меня, слышишь? Это что за определение? Снимаю девочек на трассе. Она фиксирует на видео. Фиксирует себя на видео. Да давай без мата. Давай, некрасиво. Давай не будешь мне говорить давай. Давай буду. Опять я все самое интересное пропускаю. Артём, как это получается, а? А как вот, вот, ну это же прям чисто. Иди своей дорогой, сталкер. Ты чё, родной? Чё ты мне будешь? Зачем ты мне будешь? Чё ты? Не надо ко мне подходить. Что это было? Что это? Что это? Давай. Давай буду. Чё ты мне будешь? Зачем ты мне будешь? Чё ты? Не надо ко мне подходить только. А чё она мне снимает? Чё ты агрессируешь? А чё ты меня снимаешь? Хочется? Хочется? Да. Втык, хочется? Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете? Да. Что? Как на ровном месте попасть в приемный покой? Просто... Можно гайд записывать. Просто прямая доставка. Отсюда до приемного покоя. Не, это на превью, да. Давай его на превью поставим. Вот этот лучше, да. Вот этот лучше, да. Мне вот этот понравился. Ну давай, тут твоя полиция как раз заберет тебя сейчас. А давай. Тебе хочется. Да, тебе, смотрю, хочется. Много чего хочется-то. Ты же понимаешь, что я тебя трогать не буду под камеру. Не-не, это провокация стопроцентная. Поедок. Ты же понимаешь, что я тебя под камеру трогать не буду, и ты начинаешь быковать. Чё говоришь? Вот это вот вторая фраза, которую мы слышим систематически. Ты сейчас выйдешь на улицу, и там тебя ждет просто, ну, все. Вот там тебя ждет. Знаете, что я отвечаю последние два рейда таким? Даже не представляешь, что там тебя ждет. И кто тебя там ждет? Даша, ты такое только в боевиках видел. Я тебе серьезно говорю, там прям борт он открывается вот так в сторону. Да. Прям такая, знаешь, дверь она такая на рельсах. И все. Да. И дальше там будешь, что хочешь объяснять, рассказывать. Там у нас
прекрасные подписчики, замечательные, замечательные. Дай бог здоровья всем ребятам, кто служит. Ребят, дай вам бог просто счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, да. Еще бы кое-кому привет передал, но они сказали не передавать. Они сказали, не надо, Лех. Ну его нахер, да. То уже номера устали, это. Да. Угрожаешь? Зачем себя так оскорбляешь? При людях, матом. Еще и в женском роде себя. Странно, странно. Да. Сука, я мужчина. Ты че мне? Я мужчина, а на мужиков кидаешься. Я мужчина. Я сейчас заявление напишу. Еще и в женском роде себя. Странно. Он сам обозвался, сам ему просто ответили, он взял. Странно. Опять что-то кидается. Да. Сука, я мужчина. Ты че меня трогаешь? Помнишь, как в этом? Не держи меня. Да не тебя никто говорит, не держит. Нет, не держи меня, а то сейчас я за себя не ручаюсь. Ты че на меня идешь? Ты че меня трогаешь? Че на меня идешь? Вот это уже чистая провокация. Чистейшая. То есть он провоцирует на то, чтобы что-то ему сделали. Это стопроцентная провокация. Есть предположение, что, возможно, это торпеда. Я не могу быть уверенным, но по его действиям он очень странный. Но по роже видно, что такой придурковатый. Вот. Я думаю, что это торпеда от магазина прилетела. То есть, чтобы тронули, сразу же полиция, заметьте, сзади вон они. Сферы стоят, они ждут, то есть то, что Артем его толкнет. Пнет, Артем сразу уедет. Сразу рейд сорван, всю просрок убрали. Все понимают. Это стопроцентная торпеда. Да, торпедоносец. Идешь. Как мы и писали ранее, это обычная провокация, чтобы его тронули, почти. И он первый же напишет заявление. На такое нельзя вестись. Лучше всегда держать дистанцию или обратиться абсолютно к сотрудникам верно. Правопорядка, если они находятся недалеко. Применять силу можно только тогда, когда вашему здоровью или жизни действительно угрожает опасность. Почему ну, да, это провокация? На самом деле, если он просто нанес удар, объясняю на обычном языке, если он нанес тебе удар, он попытался тебя ударить, именно вот само действие есть, все. Можете это расчехлять. Пипитер. Элементарно, его да. Еще никто не трогает, а он уже ищет и пытается зацепиться хотя бы за выставленную руку. Типа его трогают, хотя сам идет на мою руку, идет на человека с агрессией, пытаясь спровоцировать. Я в принципе не понимаю, насколько нужно быть обиженным жизнью, недовольным на жизнь человеком. Но это очень странное действие, реально так опозориться, так просто... Хотя за бутылку пива, я, может, просто дурак. Чтобы агрессировать на незнакомого человека, который тебе не сделал абсолютно ничего плохого. Еще лучше от всех конфликтов, ребят, всегда уходите. Никогда не лезьте и уходите от всего этого. Это не нужно. Ничем это хорошим никогда не заканчивается. Ты че мне без рук? Сотрудник. Он подошел к нему в упор, уперся в руку и говорит, ты че меня руками? Кросгвардия, тут агрессивное какое-то было. Убери от меня, я сказал. Тут агрессивное было руки какое-то. Два шага назад. Не, это все-таки дебил. Два шага отошел. Сейчас я отойду. Бага отойди. Назад. Сейчас ты отойдешь. Нет, там не разговаривай я со мной. Сказал, пошел вон отсюда. Назад сделал. Так, успокойтесь, все. Так это торпеда. Это же торпеда. О, парни. Вы заметили действия сотрудника? Смотрите. Не на них сейчас смотрите, смотрите на сотрудника. Смотри. Этот развивает конфликт. Смотри. Там не разговаривай. Смотри. Это 100% его должны были задержать. 100%. Потому что это, ну, агрессивное поведение, все дела. Или как минимум сделает замечание. Смотри, что делает сотрудник. Смотри. Я тебе сказал, пошел вон отсюда. Смотри. Назад сделал. Так, успокойтесь, все. Артем, успокойтесь. Да. Года идут. А методы не меняются, парни. Я провоцировал? Старые закалки. Обезьяна провоцируется. Вы провоцировали. Матом. Смотри, что здесь творится. О, еще один. Знаменосец. Вы провоцировали. Ну, что я... Это 100% от нее торпеда. 100%. Я вот, я не знаю, напишите в комментариях ваше мнение, я уверен. Здесь крайне все видно, очень все глупо и крайне все топорно. Но он матом здесь говорит на девушку. Это петушара, засланная от нее 100%. 100%. К матом говорит. Это нормально? Может быть, еще сотрудники как-то они не... Ну так, плюс-минус. То, что этот засланный, это я уверен. Его. Просто спровоцировать на камеру, чтобы его толкнули. Все. Я не удивлюсь, если это ее мужик или какой-нибудь брат, сват, кум, сосед. Или просто
чпокаре, не, вообще не удивлюсь. Вот это обезьяна кто-то провоцировала. Какой обезьяна? Вот вы сейчас говорите. Она прыгает, посмотрите, на людей кидается. Ну вы же говорите, что она обезьяна. Ну так на людей кидается. Это вот вы сейчас обезьяна. Я интересно, как бы она закукарекала, если бы вот так бы на нее мужик кидался. Ты представляешь бы, как она орала на весь магазин? Да-да, что случилось, я свидетель. Во-во-во. Твоего поведения, я же на него сказал, что он обезьяна. Человек говорит матом, оскорбляет меня, называет... Я думаю, видишь? Придурком, еще как-то, и при этом я его провоцирую, серьезно? Конечно, провоцирую. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вы провокатор. По факту это задержание, смотри. Смотри. Свое дело сделал. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Смотри. Смотри, чертило, что делает. Смотри. И он просто уходит. Понимаешь? Его никто не задерживает. И ничего ему не сделали за то, что он делали. За то, что он делал. Он открыл телефон. Заметьте, вот этот кадр. Он вот здесь вот смотрит в телефон. Смотри, вот он стоит. Поступил, ему написали, уходи. Все. Дальше смотрите его реакцию. Я его провоцирую, серьезно? Опа. Конечно, провоцирую. Сумка берется сразу. Он дальше даже ничего больше не говорит. Смотри. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вы провокатор, самый натуральный провокатор. Его нет. И он смотрит в телефон и уходит. Как будто ни в чем не бывало. Все. Главное, что вы все делаете правильно, верно? Вы все правильно делаете, мы неправильно делаем. Да. Хорошо. Ты главное не будь балаболом и дождись нас тогда. Вот, пожалуйста. Если ты сказал, что нас дождешься, я не могу, к сожалению, выйти. Если ты хоть на секунду оставишь просроченный 100%. Товар без присмотра, по возвращению его уже не будет. При мне столько раз тележки. Сумки, всякое дерьмо. Ты потом никогда это в магазине ни в каких подсобках не найдешь. Они это сразу все подрезают. То есть, как только нас отвлекали, сразу уезжали целые тележки. Мгновенно. Прям вот просто мгновенно. Многолетний опыт это подтверждает. Оставлять оператора и выходить с ним один на один – это тоже очень глупое решение. Разговоры без камер с такими персонажами никогда ничем. У нас всегда на рейдах, то есть кто-то за кем-то смотрит. У нас нет такого, что вот прям вот один остается, когда такая ситуация странная. Это всегда. Хорошим для вас не закончится. Это то же самое, когда вам предлагают встретиться один на один. В 99% случаев будет так. Приходи один, мы тоже одни придем. Либо элементарно у такого неадеквата может быть нож при себе. Запросто. Он словит белочку, а вы потом будете с того света доказывать, что вы правы. Все эти разговоры с агрессивным быдлом без камер, как правило, заканчиваются административкой, очень плохо, да. Либо уголовкой. Не будь пустословом, дождись. Я не буду товар бросать. Время для страны. Ты занимаешься хренью. Зачем свой мат? С пивком. Твою необразованность прикрывать тяжелым временем. Как это связано? Обычно связано. Так удобно. Но это от нее удобно, торпеда. Да. Мне нравится, у них всегда вот эта вот политика. Вы не задержаны, но вы подождите для разбирательства. Но по факту, если открыть закон о войсках Национальной гвардии, там конкретные есть основания для задержания. Это как у нас было на Бусти видео. Пропустите, пожалуйста, капсулу. Да, конечно. Пакет есть? Наш. Просроченные капсулы подъехали. Это как недавно у меня было, я публиковал видео для подписчиков на Boosty и на Патреоне. Росгвардеец толкался, пихался, не выпускал, при этом вообще не мог ничего обосновать. И в конце он выдал замечательную фразу. Прошу вас, предъявите удостоверение мне для ознакомления. Ты все равно будете на меня жаловать. Ты все равно будете на меня жаловать. Правильно? Так обжалуйте до конца тогда. Данное видео, а также много других эксклюзивных видео, которых не было, нет и не будет на Ютубе, уже доступны всем подписчикам на Boosty и на Патреоне. Фатальная ошибка. Оформив подписку на одной из этих площадок, вы, во-первых, очень сильно поддержите канал. Во-вторых, вы получите доступ к статьям и законам, которыми я пользуюсь. Все с разъяснениями, с практическими примерами, с рекомендациями и так далее. Вы получите алгоритм действий при задержании, инструкцию, как защитить себя в суде. Также вы получите доступ к секретному закрытому чату для спонсоров, где я отвечаю всем спонсорам, делаю инсайды, разъясняю те или иные нормы права. В общем, ребят, если хотите поддержать канал, если хотите больше эксклюзивных видео, все ссылочки есть в описании. Boosty для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Но мы продолжаем ждать. Знаем, дошли. Вот судя по выражению лица, я не понял, почему еще один росгвардеец приехал. Когда приедет вообще участковый и приедет, что вообще происходит? Покупки брали, открывают, можно, я говорю, сначала покупайте, открывайте. Они открывают. Нюхаю, понравится. Весь отдел скоро приедет. И обратно
зашли в магазин, дальше начинали выбирать. Вот тут стоят две, вот снимают, узнают, кто они такие. А это не просрочка, ничего? Я не знаю, я не грамотный покупатель. Вот если не покупатель лежит, начинали открывать. Из корзинки можно попросить что-нибудь. Понюхать, почему? Можно ознакомиться с товаром? Или в чем суть проблемы? Вы открываете, мне понравится. А если так вы сказали, можно. Вы покупаете. Девушка, мне извините, понравится. Пожалуйста, можно у вас отовариться? Конечно. Участковый приедет, разрешит наш спор. Я прошу прощения. Минуточку внимания. Что вы говорили? Загремели. Не я вызвал, вызвали сотрудники Росгвардии. Поехали. Вот она. Не подведи. И вроде как. Но мы дожидаемся, мы же не будем убегать. Походка от бедра. А что случилось? Что случилось? Блогер? А ты кто такой, командир? Ты простой народ, семья? Не подвел. Ты что, блогер? Как у него это в голову пришло? Прокуратура Петрович. Как ему это в голову, скажи, пришло? То есть смотри, ему говорят, блогер. Он выдает через 5 секунд. Такой блогер. Че, народ щемишь? Это что-то новенькое. Давай, брат, дальше. А? Почему его никто не трогал? Что ты? Человек, гражданин российский. Как залезть в маргарин? Помоги Димочке вылезти из маргарина. Потом. Федерации. Я думаю, это достаточно. Ты что тут участвуешь в этой операции? В какой операции? Съем. Чего? Глава. Не, снимают-то девочек на трассе, мы ведем видеофиксацию. А. Что происходит? Ёлы, вот тут публика, что ли? Да, видите, какая собралась публика прекрасная. Да? Девушка, а вы что там стоите? Вам сколько лет-то? Тебе какая разница, сколько и кому лет? И вообще, ты это знаешь примерно, как выглядит? Стоят два человека на улице, разговаривают. Подходит третий, говорит. Ты блогер, да? Ты что, его щемишь? А вы что, вы творите? Что мы творим? Расскажите. Я тебя не спрашивал. Кого? Что? Кто творит? Чё? Что? Что происходит? Я тебя спросил. Почему сотрудники не делают замечания? Вы чё, для мебели, что ли, туда приехали? Не хочу тебя замечать. Всё, хорошего вечера тогда. Всё, добро. Пацаны. Спасибо. Зря. А вы до скольки? До 11 работаете? А сколько сейчас времени? Вот прям стоит время, может. О, 8:30. Ну, у нас сейчас с вами 2.5 часа прекрасного времяпрепровождения вместе. Весь контингент магазина встретим. Сейчас как раз то время, когда они активно закупаются. А? Пятница или суббота? Любимое время? А, вечер пятницы же. О-о-о, самый жир. Поехали. Сегодня точно. О-о-о, пошли флаконы в дело. На самом деле, ребят, тут... Выходные, как говорится, долгие. Как же без этого, да? Сходить погулять... Активным видом спорта заняться. Три флакона мне. Столько нарушений. Тут столько косяков в магазине. Нарушение условий хранения. Хранение. Это все должно лежать в холодильнике. Я хочу пиццу. А не на холодильнике. По их... Ох, все в тепле. Балдеж. Же маркировки. Нарушение маркировки. Котлеты. Хлеб вообще без маркировки. Просроченные товары для детей. Двойная маркировка. О, двойные, тройные наклеечки проходили. Я даже не знаю. Убравимся ли мы за сегодняшний день? Да, таких маленьких магазинчиков я уверен, что по Москве очень много. Хотя... Магазин-то большой, покажи. Да. Магазин очень длинный, магазин огромный просто. Роспотребнадзор ничего не знает про этот магазин. Ни участковый, ни Роспотребнадзор, нет. Ничего не знает. Один Артем знает, никто больше не знает. Да. Секретный магазин. И вширь причем туда, то есть довольно-таки длинный он. Много полок, много прилавков. Представляешь, если пройтись там нормально с рейдом? Сотрудник Росгвардии прямо автоматно Олега направил. О! На взлет. Сотрудник Росгвардии прямо автоматно...
дырочку, видишь, вот эту? На мужичка направлена. Вот. Видишь дырочку? Потом такая же будет в другом месте. Олега направил. Теперь Ох. Ты не с Чапаевым, нет? Покупателей входящих. Просекли, просекли. Будете писать заявление? Нет. А чё так? А чё так? Претензии имеют, но заявление писать не будут. Но это как на самих себя сразу написать заявление. Консилиум, консилиум. Отвечает Александр Друсь. Внимание на табло. Что делать? Как из этого теперь вылезти всем дружно? Когда все залезли. Никто что-то не смеется, что-то непонятно. А, она так и топит, чтобы оплатили товар? Это не наша юрисдикция. До свидания, пацаны, валим. А где участковый? Даже МВД не поможет. В частном порядке. Консультация раздает. Один умнее другого. Ты туда же решил? Вместе с ними? С пулеметчиком и с залетчиком? Третьим будешь? Почему? Ну, сбоку, не надо. Расстояние. Я не за спиной стою. Чего? Метра два хотя бы встаньте. Два с половиной. Небезопасно. Я даже думать не хочу, как их всех потом отдуплили просто всех. На безопасное расстояние. Давайте сами встану рядом. На безопасное расстояние. Я на безопасное. Подошел там. И чё? Он угрожает кому-то чем-то? Ну, залезли все здесь. Вообще, весь наряд. Что-то мне уже даже не смешно. Мне нравится, когда с умным лицом кто-нибудь какую-нибудь херню несет. Вы просто вызываете участкового и все, и уходите. Все, конец. Просто участковый. Просто. Сок участковый. Да, я вот так же, кстати, улыбаюсь, когда вы подписываетесь на Boosty, да. Там ссылочки все есть. Кстати, самыми первыми, напоминаю, увидите заброшку, да, кто подписан, даже бесплатно, на VK Play Live. Там одна подписка и на Boosty, и на VK Play Live, да, можно посмотреть все, там архивы фильмов, стримов, короче, всего-всего-всего там все есть. Залетайте, там смотреть не пересмотреть. Что вы купили, пожалуйста, там? Две разные. Ты купил много просроченных капсул. Себе, да. Ты хочешь как их... Как раз вот вы мне рассказывали про статью какую-то. Хочу постирать. 503, кажется. Вот попробую ее. То есть вы хотите использовать данные капсулы по предназначению? Я скажу так. У меня есть пакет, в который я хочу эти капсулы переложить. Я хочу воспользоваться этим. А пакет потом брать в свой рюкзак. И, да, наверное, все-таки я потом обнаружу, что капсулы были некачественные, и сделаю возврат. Пустых пачек. С пустыми упаковками, да. А пакет, за пакет, пакет качественный, он разлагается 1000 лет, я готов за него заплатить. А что будет с капсулами? Так они же у меня в пакете будут, в рюкзаке. А вернешь, получается, денежные средства за пустые упаковки? Ну да, да, да. Ох, что это моя правовая база. Все благодаря ней. Не говорите, списался на вас Boosty. Угу. Речь была о 503 статье Гражданского кодекса, согласно которой, если вы приобрели некачественный товар и уже после использования товара обнаружили, что он некачественный, вы имеете право вернуть стоимость всего товара,
Продавец не имеет права удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара после полного или частичного использования этого товара. Это что за новый план банан? Первый раз слышу. Грубо говоря, вы купили капсулы для стирки, использовали их по прямому назначению и потом обнаружили, что они некачественные, просроченные. Вам не обязательно возвращать сами капсулы. При этом продавец обязан вернуть стоимость всего товара. То же самое, например, с конфетами. Вы купили на развес конфеты и, съев 9 конфет из 10, обнаружили, что они просроченные. Вы можете вернуться в магазин с одной конфетой или вообще просто с пачкой от этих конфет. Но продавец обязан вернуть деньги за все купленные некачественные конфеты. 5000 IQ мувы. У них как будто воздуховод, что ли, выходит с кухни. Да, рыбы пахнет. Ребят, смотри, стоит горчица, да? И у нее два... Не буду про запах рыбы шутить. Не буду, я человек все-таки. Взрослый. Вариант условий хранения от 0 до 10 в холодильнике и от 10 до 20. И как мы здесь считаем? Здесь все, что... Да, здесь от 0 до 10 100%. Угу. Эти вот над холодильником, над морозильной камерой. От 0 до 10 или... Эти морозильные камеры старые, которые не закрываются, они... Толком практически и не морозит, вы сами об этом прекрасно знаете. Да, на полке выше 100%, 0,10. От 10 до 20. Потому что если от 10 до 20, то они просрочены до 22 июня. А если от 0 до 10, то, конечно, они еще свежие. Что-то мне подсказывает, что все-таки это не холодильник, и они отправляются к Максиму в корзинку. Обрати внимание на вот этот продукт. Что-то по телефону там уже консультируется. Так, что с этой продукцией не так? Тебя, во-первых, ничего не смущает, ты ее взял в руки, она тебя все устраивает, как будто она вздутая. Ну, вообще, это визуально видно. Чувствуешь прям давление, что пипец, она да. Спирает. А теперь давай посмотрим на условия хранения. Так, условия хранения от 0 до 6. Холодильник. Можем ли мы говорить, что здесь холодильник? Вот здесь можем говорить, что это холодильник. Можем ли мы говорить, что здесь холодильник? Вот здесь холодильник. Здесь морозилка. А вот там вот продукция тоже на холодильнике лежит, это тоже считается? Это все тухляк, который сейчас надо будет... Там надо давать, брать тележки большие и все это выкидывать к чертовой матери. Забирай. Мы уже час в магазине, что-то не спешит. Участковый на вызов. Знаешь, вот это всегда на самом деле такое волнение, есть определенный трепет, когда ты не знаешь, кто же все-таки приедет. Это как никто не знает, что у Леонида Аркадьевича, знаете, в черном ящике никто не знает. Да, это всегда неизвестно, кто приедет. Да, может адекватный, а может быть и нет. Да, мне тоже всегда интересно. Едет полицейский или просто человек, который или работает дамки, и носит да. Погоны, скажем так. Либо приедет мусор, который начнет сейчас гнуть пальцы веером, пытаться задерживать, превышать свои полномочия и так далее. За вас работу можно? Конечно, помогите, да. Очень рады. Сейчас вот на почту пройдет. Там пройдет. Да. Работников не хватает сразу автоматически. Это вот каждый выпуск, каждый раз одно и то же. Ну, значит, вы херово работаете. Значит, у вас условия работы плохие, если у вас работников не хватает. Да. И на холодильник выкладывают тех, кого не хватает. О! Это КВН здесь, да? Юмореска? Молодец! Ходит, говорит мне, типа, иди помогай, молочек пройдись. Команда раздает. Вот эта женщина? Да. Серьезно, только наглости хватает, еще не помогай. Иди, говорит, иди в молочку. Я говорю, а вот этот не с молочкой, говорит, с молочкой. Говорю, иди еще сходи там, посмотри. Ну, то есть они знают уже, в чем ошибка, и все равно ждут полицию, все равно хотят. Понимаешь, насколько... Муха вил, мимо камеры пролетела. Только наглые. Низко пошла, к дождю. Они понимают, что они реализуют тухляк, они понимают, что они нарушают закон, еще ждут участкового, хотят нас привлечь. Ты понимаешь, насколько... Я не знаю, каких людей назвать. Вот эти вот, которые знают, что они реализуют тухляк, они понимают, что детская просрочка, понимают, что товар с нарушением маркировки, и они вместо того, чтобы извиниться, они пытаются еще нас... Я вот сам на себя в камеру смотрю. Вот это вообще нормально? Это вообще как? Сюда скоро второй залезет. А это на моей личной странице ВКонтакте, да. Я сейчас потихонечку там питание поменял. В 150-й раз в зальчик там начал потихонечку ходить. Кто хочет, может, да, подписаться на ВК. Да. Привлечь, они еще пытаются над активистом на нашем пошутить. Минус 3 уже. Только начал. Иди еще посмотри. Иди еще проверь. Без супер там каких-то этих. Все, все побежали. Помогите!
Уходит, уходит. Все, уходит? Да, вот один уезжает. А вторые где? А вторые вон, на Логане. А, ну пойдем узнаем. Участковый, ты подъедет или нет? Что? Да. Ну. Едет он или нет? Ну ждите. Ну вы его вызвали, просто нам ждать или не ждать его? Ну ждите, ждите, там вызвали. Вызвали, вы уезжаете, все, да? Да. Он сейчас только что сделал? Понятно. Решили не ждать. Ждите, ждите, я так понимаю, никто не подъедет, нам самим надо вызывать. Они уехали, все. Я думаю, по-хорошему надо самим вызвать. Уехали. Потому что это ждать мы будем так долго. Потому что они могут сейчас сказать, да, мы все урегулировали, нам участковый. Урегулировали. Давайте позвоним сначала в отдел полиции непосредственно и узнаем в отделе полиции. Сейчас узнаем, есть ли вообще вызов, потому что они ждать не стали. Тут просто вопрос, все, либо прикинь, развернулись, вызовы, все, типа, все пропали. Ничего и уехали, либо все. Вообще ничего не стало, все. Кто-то отменил вызов, потому что понял, что обосрался. Внимание! YouTube уже замедлили и, скорее всего, в ближайшее время заблокируют. Чтобы не потеряться... Очень много информации на эту тему, вы знаете. Обязательно подписывайся на телеграм-канал. Там... Вот. Hard Insight. Телефончик в руки взял. Кнопочки нажал. В курсе всех стримов, всех новостей. Завтра, кстати, у меня очередной трек-день. Завтра 3 заезда у меня. Там будет информация, где будут выходить новые видео после блокировки. На какой машинке буду гонять, тоже вам завтра запишу. Вот вам инсайт. Слушаю вас, Измайлов, дежурная часть. Здравствуйте, не подскажете, на 3-ю парковую улицу, дом 22, подъедет участковый или нет? Вам патруль подъедет. Патруль подъедет? Пускай участковый подъедет. Да, кто вам сказал, что участковый подъедет? Сотрудники Росгвардии, которые здесь были. Сюда приедет участковый, помочь? Нет, к вам приедет патруль. А, ППС приедет. Зачем? Да, требуется, нет? Ну, вообще, да, сколько их примерно ждать, не подскажете? А то мы уж час стоим. Я тут не знаю, подъедут, ожидайте. Я не знаю, подъедут, ожидайте. Участковый? Я не знаю, кто вам сказал, что участковый подъедет. А я вообще не знаю. Патруль подъедет, ППС. Нужны или нет? По сути, обычный Кентик позвонил. Не, нам никто не надо приезжать. Типа, нужны, нет? К чему этот вопрос вообще? Нужны, нет? Реально. Вот я вообще, может, левый человек позвонил, просто сам нарушитель позвонил и скажу сейчас, нет, не нужны. Получается, росгвардеец нас обманул, когда сказал, что участковый приедет. Вот так и доверяй. Как говорится, доверяй, но проверяй. Потому что мы этого уже ждем сколько времени, да. Якобы участкового. Капец, весы грязные. Ты посмотри, какие грязные. Ля-ля-ля-ля, летает, видел? Весы, муха летает. Где рак? Экономим воду. Экономим воду. Моем, но не слишком сильно моем. Это что за абсурд? Они в ванну тут что ли набирают? Это магазин. Они тут моют руки, моют инвентарь. Я не знаю, что тут конкретно они моют. Это магазин. Гуся. Или вроде как помойте инвентарь, ножик там после разделки рыбы. Но не сильно. Так, чуть-чуть, знаешь, водичкой полейте, быстрее уберите. Что за бред, экономим воду. Я понимаю, говорю, в бассейне где-нибудь была бы такая вывеска. А в бассейне-то зачем? В ванной, но в раковине, в магазине. Печень выглядит отвратительно. Чё-то она цвета странного, нет? На камере, наверное. Мне почему-то кажется, что печёночка должна быть другого цвета, нет? Нам не передается. Курочка вся такая уже зеленовато-желтая. Красота. Там мушки не ползают. Да, вон там мушки ползают в конфетах. Вон раздавленные даже. Мой? Фу. Представляешь, так покупаешь конфету и вылезает оттуда вот такая вот жужелица. А вот она сидит прям. Да, да. Конфеты просроченные, тебя не смущает? А 21 года. Причем это вообще другие конфеты. Это за Москворечье конфеты, а тут Аленка крем-брюле. Ну и по маркировке они просрочены. Другой маркировки здесь я не вижу. Еще и с мухами. А теперь смотрим, где у нас отдел полиции Измайлова. Действительно ли оттуда так далеко ехать, что мы уже 2 часа ждем как полицию? Вот пешком, мы минута. Через 2 улицы отдел полиции по району Измайлова. Но там консультация сейчас идет, там... Все думают, просто что делать. Просто 2 улицы. Мы уже 2 часа ждем полицию. На ютубе продолжение выйдет через неделю. А если ты не хочешь ждать, продолжение уже доступно подписчикам на Boosty и Patreon. Полицию. На ютубе продолжение выйдет через неделю.
неделю. А если ты не хочешь ждать, продолжение уже доступно подписчикам на Boosty. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Патреон. Жду тебя. Ссылки в описании. Давай. Двигай. Тележку двигай, давай. Зачем мне толкать? Эти женщина. Прям поближе поставь камеру свою. Сотрудник полиции, не убегайте от гражданина, от заявителя. Я прошу вас вызвать ответственного. Это позор. Твою мать. О боже. Полиция, а не лицо полиции. Продолжение доступно. Мари. Жалко не в тельняшке на распашку. Это капитан опять. Представляешь, куда они залезли? Но в подписке за 500 и выше. Также, помимо продолжения этого видео, вы получите доступ к другим эксклюзивным видео, которых нет и не будет на ютубе, к закрытому чату, где я общаюсь с подписчиками и отвечаю на вопросы, к моей правовой базе со всеми статьями и законами, которыми я пользуюсь, и к алгоритму действий. Тут что-то прям... при задержании. Плюс Тут прям все, как мы любим, по ходу дела. Оформив подписку, вы очень сильно поддержите канал. Жду вас в закрытом чате и спасибо всем за просмотр. Должно... Да. Оплатить просрочку у вас конечно, сейчас? Оплачу. Вы его должны оплатить, вот это все. Ты не обязан отвечать на ваш вопрос. Таким мы тебе, такой мы тебя и запомним. Это называется неполное служебное, скорее всего. Это насос стопроцентный, потому что не по форме, без значка, непонятно, что несет. Первые секунды сразу это прям прилетит. В оговорешник точно. Это прям к бабке не ходи. Думаю, руководство будет... Если там адекватный кто-то посмотрит, а он посмотрит, то это все, это кукан стопроцентный. Стопроцентный. Недовольны, когда увидите это видео. Мягко говоря. Ну а мы с вами ждем новых видео, да, от Артема Вульфа, совместных рейдов. Не жрите, ребят, просрочку и будьте здоровы.